Всех приветствуем на выставке ProLight & Sound 2018. У нас очередной гость из солнечной Италии, Антонио Парис. Thank you very much. My name is Antonio Parise. I'm the Export Area Sales Manager. Антонио Парис является экспорт-менеджером компании DTS. Он рад присутствовать на выставке ProLight & Sound на стенде компании «Младшой техник», который является дистрибьютором компании DTS уже многие годы, с 2005-го. Distributor for Russia. And today I'm... Сегодня мы представим несколько новых продуктов, которые анонсировали в прошлом году, и наконец они вышли в серию. In our company. На выставке в Сокольниках итальянская компания DTS впервые представила российской публике свой первый по-настоящему революционный полноповоротный прибор Synergy 5 Profile. В этой новинке слились воедино самые передовые технологии профессионального светодиодного освещения и многолетний опыт инженеров компании DTS. И как результат на прошедшей в Лас-Вегасе 30-й юбилейной выставке Live Design International, прибор Synergy 5 Profile получил золотую звезду в номинации «Лучший новый светодиодный профильный прожектор». Okay, let's coming back to the discussion about the new product, which we have today. Сегодня мы хотим представить топовый прибор компании DTS. Это Synergy 5 Profile, который в качестве источника света работает 420-ваттный белый светодиод. Это топовая модель, сравнимая с наиболее мощными ламповыми головами. The most important thing also that I didn't tell you, it's regarding the zoom, because we have a very range RDM, okay, wide range of zoom, which is starting from 4.6 until 43 degrees. Также прибор имеет очень широкий диапазон зума, который стартует с 4,6 градуса до 43, то есть 4,6-43, это практически 1 к 10, 1-10. 110, almost 110. Нет, то есть диапазон зума около 1 к 10, очень широкий. So he has mounting a very important... Система профилирования луча в компании DTS сделана очень тонко, четко, фокусируется практически каждая шторка. Они в разработках добились максимальной точной фокусировки каждой профилирующей шторки. Каждый лепесток профильной системы этого прибора полностью перекрывает луч, создавая так называемый эффект занавеса. При этом он способен поворачиваться на угол до 60 градусов. А вся профильная система поворачивается на угол до 90 градусов, что позволяет генерировать любой 4- или 3-гранный луч, полностью сфокусированный на каждой шторке. Система профилирования луча имеет точную индексацию положения и быструю смену позиции, что гарантирует повторяемость геометрии поля освещения объекта. В этом уникальном приборе представлены два варианта CRI, предназначенные для решения разных постановочных задач. It's coming with a two-color rendering index. Прибор выпускается с двумя индексами цветопередачи. С индексом цветопередачи 95, это для телевизионных студий, и 75 для шоу. Synergy 5, пожалуй, самый тихий прибор в этом сегменте рынка. На расстоянии 1 метра от прибора, работающего на максимальной мощности, показатель шума составляет всего 37 дБ. Very precise in the mixing color tanking at the CMY system. Очень точное цветосмешение, основанное на синтезе цвета CMY. Также отдельный CTO-фильтр, который добавляет теплого света. А также набор стандартных, хорошо известных функций, как колесо вращающихся гоба и, конечно же, еще отдельное колесо света с чистыми дихроичными цветами.
Для генерации цветов используются фильтры соответствующих цветовых моделей, а также колесо цвета с 5 перенасыщенными цветовыми фильтрами. Особого внимания заслуживает запатентованный динамический эффект, который заменяет традиционное колесо анимации и позволяет создавать широкий диапазон динамических фонов. Компания DTS получила специальный патент на разработку специального эффекта, который состоит из 24-гранной призмы и вкупе запрограммированных эффектов дает необычные сочетания, необычные эффекты. Они называют это генератор эффектов. Engine effects. We don't have any more static animation wheel. В данной главе отсутствует привычное колесо анимации с беспрерывным вглубь. Зато практически все любые эффекты делаются с помощью этой 24-гранной призмы, сочетания многих глубь и эффектов. The other good thing is that he has a very quick pan tilt movement. Еще одна особенность – это очень быстрое движение по осям pan и tilt. И в том числе голова может двигаться очень-очень медленно, с 16-битным позиционированием для движений и для изменения положения пространства очень медленно и тихо. Then we can just add ArtNet connection on the back. Управление по ArtNet, контакты 3- и 5-биновые. The other good things that, as you can see, the product is very compact for the LED source that has inside. And the good thing also has a very good weight, which is only 31 kilograms. Ну и для своих возможностей, для той световой мощности, которую выдает эта голова, прибор имеет очень компактные размеры, вес всего 31 килограмм, ее может поднять один человек. Как бы прибор сделан очень профессионально. Становится понятным, почему в Италии более 90% развлекательных телепередач и шоу-программ используют оборудование этой марки. All the TV studios in Italy proudly using DTS lighting, and some of them they use only DTS lighting products. 100%. Most of them they are using DTS, and some of them only DTS lighting. But all the studios in Italy. Yes. Wow. Yes. Great results. Great. В двух словах, каждая телестудия Италии 100% используют оборудование ДТС для своих телевизионных шоу. Некоторые из этих студий, и среди которых есть достаточно большие, используют только оборудование ДТС. Фактически можно сказать, что компания ДТС захватила полностью рынок телевизионного развлекательного освещения в Италии. We produce entertainment lighting, architectural lighting and theater. Компания DTS производит практически весь спектр светового оборудования для шоу-индустрии, для архитектурного рынка, для театров и телевизионных студий. Практически имеет любые возможности. Столь высокое признание бренда DTS в наиболее требовательной профессиональной среде – высочайший показатель качества и надежности светового оборудования известного итальянского производителя. All DTS lighting products are made in Italy. We assemble, we produce, we design everything. По сравнению с другими многими производителями в Европе, компания DTS полностью 100% все оборудование делает на собственном заводе в Италии, собирает, производит отдельные части, выпускает, разрабатывает дизайн, делает макеты, то есть практически полностью законченный производственный цикл. Imlight today really the chance to stay here at the exhibition of ProLight and Sound. And I would like to thank you them also. Наш гость, представитель ДТС Антонио Парис, положительно оценил перспективы сотрудничества с Imlight и анонсировал выход новых приборов итальянского бренда Synergy 5 и Synergy 7 Spot. Imlight. Компания Imlight находится в тесном партнерстве с ДТС, начиная с 2005 года.
На оборудовании этого бренда реализованы сотни проектов различного уровня и направленности. С появлением новых моделей мы рассчитываем раздвинуть возможности современных театральных и концертных залов.